Развитие толерантных межконфессиональных отношений является актуальным вопросом на сегодняшний день. Представители религиозных объединений собрались за обсуждением вопроса духовности в Ассоциации предпринимателей. Религиозные отношения – основа духовного взаимопонимания казахстанцев. Под таким названием прошел круглый стол, за которым обсуждались острые вопросы межконфессиональных отношений. На встрече, приуроченной Дню религии, собрались представители духовенства. Мероприятие было организовано при поддержке акимата города Караганды. Представители религиозных объединений далее планируют провести подобную работу по городам и районам области.